Лет 20 назад я ходил с таким Трексом Виста на охоту. Мне ее подарили на 40 лет. Классная штука. Работала чисто по спутникам. Самое интересное, что и сейчас работает. Круто. А потом у меня появился вот такой Asus. Как его называли? Локотник, наручник. Я уже забыл. Вот у него был GPS. То есть у него была карта скачана сюда, у меня было скачано Россия, Украина, Белоруссия, Европа, еще Финляндию отдельно скачали. Но батарейка у него уже сдохла, поэтому я его не могу включить. Вот видите, у него была такая шикарная антенна GPS. О! Она, то есть ты вот так вешал машину, у тебя стояла антенна GPS. Также мог ты на охоте ходить. А вот Этрекс, видите, он загружает спутники, но я нахожусь сейчас все в кабинете, у меня металлическая кровля, поэтому он сейчас спутники не поймает. На самом деле, видите, ждите определения спутника. Очень точно показывает. На улицу выходишь, проходит несколько минут, и он с точностью там, до нескольких метров показывает твое положение. Вот такие раритеты храню.